Всем привет, друзья! Сегодня хочу показать вам очередной ролик. Лето у нас закончилось, но осень только началась, поэтому овощи все еще натуральные, настоящие. Хочу показать вам один рецепт из овощей без мяса и без рыбы. Сегодня мы будем жарить кабачки с баклажанами, вернее не жарить, а тушить в сливках. Рецепт обалденный, получается баклажаны и кабачки очень по вкусу похожие на грибы. Итак, что нам для этого понадобится? Два баклажана, два кабачка, один крупный лук, три зубка чеснока, петрушка, черный молотый перец, прованские травы, соль, растительное масло и сливки. Для начала нужно нам замариновать баклажаны и кабачки. Итак, баклажаны с кабачками нарезаны, теперь нужно нам их замариновать. Для этого добавляем примерно пол чайной ложки черного молотого перца, чайная ложка прованские травы, солим по вкусу, примерно 2 щепотки, и добавляем немножко растительного масла. Все это перемешиваем. Оставим буквально минут на 20 мариноваться. А за это время порежем чесночок. Чеснок будем нарезать тонкими слайсами. Итак, друзья, лук и чеснок готов. Теперь мы перемещаемся к мангалу на сковороду. Итак, друзья, сковорода у нас нагрелась. Добавим немножко растительного масла и отправляем сюда обжариваться лук. Лучок начинает обжариваться, сразу добавляем сюда чеснок. Итак, друзья, лучок у нас зажарился, добавляем кабачки и баклажаны. Итак, друзья, овощи наши обжарились, теперь мы их заливаем 10% сливками. И на малом огне тушим 15 минут, крышкой не накрываем. И наше блюдо будет готово. Друзья, опять наступил традиционно любимый мой момент – дегустация. Будем пробовать то, что приготовили. По вкусу, как я и говорил, как будто бы ешь грибы. Очень вкусно, нежный сливочный вкус. Овощи еще осенние, натуральные, поэтому пробуйте, готовьте такое же блюдо. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, подписывайтесь на Instagram, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!